Нельзя было вашу резиденцию оставить, как и было на первом этаже. Я вам взносы за полгода принес. Это инициатива гражданина Чурканова. 17-й бокс. Бывший майор внутренних войск. На зоне охранником служил. Яишенки? Не-не. Что ты, говорит, тут внизу видишь? Надо тебе вышку построить. Вот, проявил инициативу, собрали денег, построили. Вот и сижу теперь тут. Как горный орел в степной местности. Да ладно, потом запишите некогда мне. Ну как, Владимир Степанович, как без вас? Нет, я должен в вашем присутствии, чтобы потом претензий не было. Вот. О, благодарю вас. Надо было жену послать. А вот это зря. Гаражи и жены – две вещи несовместные, как сказал поэт по другому поводу. Я бы их не пускал сюда, как в мужскую баню. И не только жен, а женщин вообще. Да сейчас у многих женщин тоже машины. Им что, для себя отдельно гаражи строить? Если вы спросили меня, то ответ утвердительный. Ну, даете, Павел Юрьевич. Это почему? Если хотите... Могу проиллюстрировать конкретные истории. Некогда мне. Черт. Ладно, давайте только быстро. Очень же вы интересно рассказываете. Это не я интересно рассказываю, это жизнь. Жизнь такая штука, что Голливуд отдыхает. Душица и мята. Ладно, наливайте. Я врать не умею. Но и всей правды тоже не знаю, поэтому буду излагать близко к фактам. В году приблизительно, не помню каком, не то чтобы давно, но и не то чтобы уж очень недавно, произошла тут такая история. Максимыч, задохнешься, чудило, ворота открой. Машину новую купил, кого ограбил, пень старый. Извините, а вы? Я здесь гараж купила. Когда? Вчера. Максимыч вообще договорился, собирается продавать. Извините, вам бы надо помпу проверить. Простите, а вы в этом разбираетесь? Ну, вообще-то, в автосервисе работаю. Слушай, может, посмотришь? Я заплачу. Вот еще. Разве что по-соседски. Ладно, поглядим. Совета поддержки Думы, Совета Федерации и региональных заксобраний. Такой проект в парламент уже направлен. Из Чечни. Есть законопроект, будем рассматривать, но еще раз. Аркадий Владимирович Ракиенко. Дмитрий, вы комментировали вместе с Юрием заказ в Баварии, вы даже комментировали с Дмитрием Альянс Марины. Для нас
нашла лампочки. Ага. Вот они. Ой. Спасибо. Знаешь, а ты, ой, вы не похожи на слесаря из сервиса. Отстали от жизни. У нас работают одни джентльмены с высшим образованием. Угу. Я тоже без 3 курсов инженер. А почему бросили учебу? Да так, жизнь. А, кстати, Антон. Лика. Ой, Свет. Ой. Извините. Ну, простите. Привет. Привет. Какой счет? 1-1. В чью пользу? Ты где был так долго? В Караганде, Люся. Ты чего? А что за вопросы? Где мог еще быть? На работе. У меня же все четко. 8 ушел. 7 пришел. Как автобус, по расписанию, каждый день. Давно ты на автобусах не ездил, там сейчас с расписанием плохо очень. Ну, как самолет. Ты что завелся? Я просто спросила. Зачем? Что зачем? Если я где задерживаюсь, то только на работе. Зачем спрашивать? Чтобы показать, кто в доме главный? Антон, ну при чем здесь главный? Докладываю, Ваше Величество. Клиент задержал. Обещал вдвое заплатить. На целых 1,5 часа опоздал. Какой ужас! Привет. Антон, работает как часы. Спасибо тебе. Да не за что. Да что, она тот клиент, что тебе заплатил вдвое? Или ты ей? Ну, покопался у нее в моторе. Попросила женщина. Что такого? Главное, клиента какого-то придумал. Ну, сказал бы, что... Появилась новая соседка, молодая, красивая. Я ей машину починил. При чем тут молодая, красивая? Ни при чем. Абсолютно. Хорошо, а зачем ты соврал тогда? Значит, уже что-то есть? Если бы ничего не было, ты бы не соврал. Ты чокнулась, Люсь? Я ее вчера первый раз увидел. Ну, сейчас так быстро делается. Что? Все. Даже обидно. Было бы из-за чего? Думаешь, у меня на работе возможности нет? Если бы я захотел... А что, есть? И много? Да не про то я. А про что? Вот вчера сидим, ужинаем. Мой мнется, 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 мнется. Потом говорит, я к маме схожу. А у нас свекровь через 2 дома живет. Я говорю, ладно, не вертитесь. А сама за ним. Он шлеп-шлеп за угол, к подвалу, а там его мужики в слесарке дожидаются. Клуб там у них, по интересам. Тут я ему сзади в спину и говорю, Пашенька, а разве у тебя мама в подвале живет? Ну, как-то нехорошо это. Что нехорошо, Люсенька? Ну, за мужем следить нехорошо. Почему это? Это за посторонним мужчинам следить нехорошо, а за своим имею право. Челку будем делать? Ну, а вы как считаете? Ну, ваши волосы вам и решать. Давайте. А твой, ты думаешь, ангел? Ну, не ангел, но... А что, он не мужчина? Именно мужчина. Поэтому я ему верю. А следить унизительно. Что-то хотели? Я? Где ваша машина?
А я только... Извините. Антон! Ау! Привет. Привет. С машиной все нормально? Угу. А кто это с тобой был утром? Жена. Кто же еще? Ну, мало ли, сестра или еще кто-нибудь. Просто она тебе не очень подходит. Это почему? Ну, не знаю я, чисто визуально. Как говорится, женщина не твоего полета. Вообще-то мне лучше знать. Само собой. Это вообще не мое дело, извини. Антон Сергеевич Серов, 26-й бокс. Да, здрасте, Павел Юрьевич. Что, есть задолженности? У вас никогда. Вы человек предусмотрительный, всегда четко смотрите вперед и избегаете последствий. Это вы к чему? Ни к чему. В порядке теории применительно к практике. Ты у меня самый лучший. Ну, не знаю. Пойдем докажу. Олег дома. Ну и что? 14 лет мужику. Должен понимать, если родители заперли, значит, им нужно поговорить. Ну, подожди, я не могу. Мясо. Пошли, черт с ним, с мясом. У тебя так бывает? Не хочешь о чем-то думать, а думаешь. Каждый день. Вот у меня синячок на ноге появился. Ну, думаю, все. Варикоз, внутреннее кровоизлияние. Пора идти к флебологу. Сама думаю, а сама не иду. Но думаю. Но не иду. И так всю неделю. Нет, я не про то. Ну, что-то типа, ну, навязчивых мыслей. А, ну, это к невропатологу. Мне тоже уже давно пора. И к другим врачам тоже, по всему списку, включая психиатра. Люсь, ну и год у врача не была. Женщине после 30 нельзя так к себе относиться. А ты-то о чем думаешь? Ну, вообще, главное, я раньше совсем про это не думала, повода не было. Теперь думаю, не могу остановиться. Главное, повода тоже нет. Ты не женщина, а кроссворд, Люся. 13 букв, последнее ее. А это какое слово? Недоразумение. 13. Лучше скажи, что делать, когда точно знаешь, что мужчина тебе не нужен? И все-таки... И все-таки тянет. Использовать и забыть? Вообще-то я обычно так и делаю. Он... Он изо всех сил старается делать вид, что я ему не нравлюсь. Борется с собой. Меня это даже бесит, если честно. С днем рождения! С днем рождения! Спасибо, дорогая, спасибо. Проходите. Давай, давай, проходи. Ну, с днем рождения, отец. Ну, отец, еще раз за тебя. Здоровья, оптимизма. Главное, здоровье. Спасибо. Спасибо. Дед, живи 100 лет. Спасибо, дорогой. Ну, я в свою очередь, потому что если бы своим трудом дом построил, деревьев полон, сад. Сына вырастил хорошего,
Не жалуешься, Люся? Нет, не жалуюсь. Спасибо. А все, от вас спасибо дождешься только, когда помирать будешь. Ведь вы женщины, на 20 лет живете дольше, чем мы, мужчины. Ценили бы хоть за это. Мы ценим, ценим. Угомонись. Ну, цените вы. Ну, хватит болтать. Нет, я правду говорю. Лишнего не выпей. Налево не посмотри. За столом не чавкай. А зарплат приноси. Господи. Я... с тобой не разошелся только потому, что мне тебя жалко. Потому что ты без меня жить пропала бы. Да? Так, ну, не совестно тебе, но при родном сыне, при снохе с внуком, ну. Пускай на моем примере учатся. И не надо смеяться над отцом. Бать, да никто не смеется. Смеетесь. Я же вижу. Тихо. Ну, нормально. Я... сейчас я быстро. Без меня пока давай сами. Ну, вы ешьте, ешьте. Ничего, проспиться мучиться будет. Главное, трезвый, но хоть бы голос повысил. Yes. Yes, I'm really sorry. Just take a seat and drink some coffee, okay? Да. Вы обещали его встретить. Вы должны были его встретить. Да, вы виноваты, а мне придется исправлять. Так как он без переводчика? Не надо, я сама поеду. Опять неполадки? Да, не понимаю, в чем дело. Ну ладно бы отечественный автопром, но ведь это дорогая, хорошая машина. Я могу тебе рассказать, где собирают эти хорошие, дорогие машины, какими кувалдами пользуются. Давай посмотрю. Не надо. Слушай, я опаздываю. Может, подвезешь меня? Куда? Во Внуково. Ладно, возьму такси. А ты кем работаешь? Картины, прикладное искусство, выставки, галереи. Приглашаю иностранцев. Сама езжу. Ну, заодно и привожу. Знаешь английский? Ну, более или менее. Помоги. Спасибо. У тебя телефон. Да. Привет. Да подвожу тут кое-кого. Не знаю. Я перезвоню. Скоро. Жена? Проверяет? Просто звонит. Проверяет. А что, я бы тоже проверяла. Мужчина-то, как говорит моя мама, интересный. Спасибо. Правда, не в моем вкусе? Бывает. Ты тоже вот красивая, а что-то не то, что-то не мое. Да что это? Надо же, какие мы откровенные. Right now in England that have been showing shows right on, and you know, last week I was at some exhibitions and talking to them, very, very interesting. Just a second. Сейчас в гостиницу, потом меня отвезешь, ладно? Домой? Сначала в гаражи. Я там в машине забыла кое-что. А завтра уже поеду на такси, а эту ротку отвезу в сервис. Или продам. Не найдешь мне покупателя, кстати? Не мой профиль, не занимался я этим. Sorry. Прости. Можно было предупредить, что 2 часа ждать придется. Не 2, час небольшим. Прости, работа. Все равно можно было предупредить. Наверное, дело в том, что я тебе все-таки нравлюсь. Ага. Ну а что ты тогда сердишься по пустякам? Потому что я не таксист тебе. Хорошо, возьму такси. Извините, я сторож. А вон мой гараж. Наш. Моего мужа.
А я знаю, вы не волнуйтесь, я вас очень хорошо помню. Знаете, мне кажется, вам сейчас лучше пойти домой. Да? У меня была такая история, я вот так же стоял и ждал, хотел все прояснить. В результате все запуталось еще сильнее. И вот с тех пор, извините за откровенность, остался один. Вы пьяный, что ли? Я не пью. С детства. И не курю. Вы могли бы подождать у меня там, наверху? Я вам налью хороший вкусный чай. Не надо. Спасибо. Я не пью. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы извините меня ради Христа, это совершенно не мое дело, но на вашем месте я бы не въезжал вдвоем. Почему? Не переживай, я выйду. Сиди. Не волнуйтесь, Павел Юрьевич. Да, пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте. А я вот попросила Антона помочь. Знаете, надо было срочно встретить сотрудника в аэропорту. Еле уговорила. Страшно рвался домой. Еще раз спасибо. До свидания. Тебе больше делать нечего? Ты что, с ума сходишь? Ну что, Тимошка? Угу. Вот сказано же народом, раз и навсегда. Меньше знаешь, крепче спишь. Эх, женщины, женщины. Тимох, я прав? Прав. Прав. Спишь? Антон. Помнишь, что моя мама говорила перед свадьбой? Помню. Что? Забыл. Она говорила, Антон, ее нельзя обманывать. А я обманываю, Люсь. Меня нельзя обманывать, Антон. Я заболеваю, когда меня обманывают, я просто умираю. Поэтому сразу же скажи, все как есть. Нечего говорить. Попросила женщину подвезти. А тебе не сказала, потому что ты сумасшедшая. Но я сроду не думал, что так ревновать будешь. А я не ревновала, потому что повода не было. Я, значит, меня нашу не изменял? Ты не изменял? Ты пойми меня правильно. Я привыкла, что все тихо, мирно, что все нормально. А теперь все рухнуло. Ты дай я договорю. Если у тебя кто-то был, в этом нет ничего страшного. Ну, ты просто увлекся. Я не увлекся, Люсь. Только не говори, что она тебе не нравится. Я же понимаю, она красивая, она молодая. Ну, почему бы нет? Мне тоже клиенты иногда нравятся. Ну и что? Какие клиенты? У вас женский салон. Ну, клиентки. Знаешь, какие клиентки иногда красивые бывают. Может, я тайная лесбиянка? Если у тебя кто-то есть, я успокоюсь. Только скажи правду, пожалуйста. Ну, пару раз. Давно. Я же нормальный мужик, Люсь, ну, у всех случается. Ясно. Значит, у нас все как у всех. Я так и думала. Люсь, ну ты обещала, признайся, я успокоюсь. Я признался, а ты... Я не знаю, что делать, Антон. Я чувствую, что все рухнуло. Но ты не обращай внимания. У каждого своя жизнь. Ты можешь начать все заново. Все так делают. Только я умоляю тебя, ты не тяни с этим. Я долго не выдержу. Очнись. Ты с ума сошла? Слушай меня внимательно. У меня с ней ничего не было. И не будет. Ясно? Правда. Поклянись родителями. Ты не буду я никем клясться. Я сказал все. Правда, что это я? Ты же хозяин своему слову, правда? Господи, как ты меня терпишь?
как? Ну а что я могу сделать? О, Господи. Лика, я не шофер по вызову, у меня своя работа есть. Я не хочу тебя обидеть, просто... Да успокойся. Я думала, вдруг свободен. А ты занят раз и навсегда. Теперь буду знать. Да не в этом дело. Спасибо. Такси? А можно машинку на ближайшее время? Да-да. Кооператив «Мечта», да. Пожалуйста, на ближайшее время любую машину. Угу. Спасибо. Здравствуйте. Вы не думайте, я не собираюсь там что-то. Вас как зовут? Лика. А я что хотела сказать. Если вас Антон интересует, только если всерьез ведь, да? Не на пару месяцев, потому что если на пару месяцев, то не надо из-за этого семью разрушать. А если всерьез, то вы не тяните. Вы не мучите ни его, ни меня. Вы его уведите сразу, и все. Да не может быть, чтобы женщина другой женщине вот так мужа уступила. Ну и что, вы мне не верите? Верю. Но как-то это необычно. Ну так история-то необычная. И женщина своеобразная. Нет, может быть, в деталях было иначе. Но по сути примерно так. А вы поставьте вопрос ребром. Или я, или она. Она – это я, понимаете, да? Потому что не надо это вот как у кошки постепенно хвост рубить. Я этого не выдержу. У меня очень низкий болевой порог. Я раньше зубы не лечила, сразу рвала. Теперь стала терпеть. А то что же я совсем без зубов останусь? В общем, мы договорились, да? О чем? Ну, что вы заберете его себе в ближайшее время. Кого? Антона. Женщина. Меня Людмила зовут, Люся. Угу. Женщина Люся. Вы, я вижу, болеете сильно. Вы знаете, вы идите домой и вызовите врача. Ваш драгоценный муж меня ни с какого бока не интересует. И брать его, как вы говорите, я не собираюсь. Он что, собака? Нет. Ну вот. Замуж я тоже в ближайшие лет 10 не собираюсь. Да. Да, кооператив «Мечта». Вы на шлагбауме, я вас вижу, проезжайте. Скажите, что всем с первый бокс. Угу. Люся. Да. В общем, никто на вашего Антона не покушается. Живите спокойно. Ты с ума сошла? Мало тебе передо мной дурочку корчить, ты теперь к людям пристаешь. Я виновата, я понимаю. Но ты знаешь, она молодец, она мне все-все объяснила. Да уж поумнее тебя. Нет, это не надо иметь такие мозги. Так и сказала ей, да? Чтоб она меня забрала? Нет, я не совсем так сказала. Нет, ты понимаешь? Вот я... Ты куда? Покататься. Привет. Ты где сейчас? А что? Да я просто хотел увидеться, извиниться за жену. Она хорошая, просто крышу снесло. Легко понять, когда такая женщина... Послушай, Антон. У меня есть принцип. Я могу разрушить любую семью, любую жизнь. Без проблем. Но при условии, что мужчина тоже участвует. Если мне предлагают разруливать за всех... Извини, подвинься, я не согласна. У меня к тебе был легкий интерес, теперь он угас. Все довольны? Надеюсь, ты тоже. Гадюка. Надо же! Ветка. Извини. Сейчас все исправим. У меня в гараже есть пылесос. Пылесос? Ага. Ты хочешь меня еще и пропылесосить? Да нет, поставлю на выдох и обсушу горячим воздухом.
Почти высохло. Хороший пылесос. Выпить хочешь? Можно. Твое здоровье. Есть хочешь? Угу. Целый день ничего не ела. Неплохой коньяк. Еще? Чуть-чуть. Здравствуйте. Ворота открыты, никто не выезжает, никто не заезжает. Спасибо за бдительность, Павел Юрьевич. Все в порядке? Там сюда ваша жена идет. Наверное, тоже увидела, что ворота открыты, забеспокоилась. Снова намекаете на то, чтобы я убиралась? Ни в коем случае, что вы. Мы ведь, образно говоря, свободные люди в свободной стране. Я просто поставить в известность. Извините. Ладно, пойду. Не хочу неприятностей. Ни тебе, ни себе. Главное, было бы из-за чего. Не уходи. Я люблю тебя. Не надо. Люблю, не могу без тебя. Теперь все ясно. Еще бы не ясно. Поверили? А что? Не так было? Не так. Но с тем же финалом. Ну что ж, может, ты и права. Теперь все ясно. Так ничего ж не было. Так в том-то вся и суть. Для женщины, которая ревнует, это уже абсолютно не важно. На самом деле было так. А ты говорил, как ты мог? Что я говорил? Перестань сходить с ума, у нас ничего не было. На моих глазах обнимались, а ничего не было. Да кто обнимается? Люся, у тебя глаза есть? Открой, это не шутки, мы тут задохнемся. Ну что? Куда будем звонить? В милицию? Моим друзьям. Или твоим? Зачем? Как зачем? Чтобы пришли, открыли эту дверь. Взорвали ее. Взломали. И так это просто. Я замки своими руками делал. А запасные ключи есть? Да есть они есть, но замки-то все снаружи. А тут одни задвижки. Кому звонишь? Жене. Думаешь, ее можно уговорить? Ты извини, но она у тебя неадекватная. Да, так смешно, что уж даже не смешно. Что делать-то будем? Ждать, пока успокоится? Для начала надо не задохнуться. Хорош коньяк. Ну вот. Теперь не отравимся. Залезай. Мама, где папа? Срочная работа. А ты что здесь? Жду. А, ладно. И ведь обидно, что она думает, что мы с тобой, а мы ни сном и ни духом, не виноваты нифига. Хороший коньяк.
Потанцуем? Да я не умею. Да я тебя научу. Прям как в кино. Я вам говорю, Голливуд отдыхает. Вам бы на сцене выступать. Слушайте, это вы? Это не вас я видел? Вряд ли. Хотя, может быть. Дальше рассказывать? Конечно. Я вот, кстати, не понимаю, ну, что нашла эта красотка в этом Антоне, если он и старше, и не миллионер? Что нашла? Любовь нашла. Вот так и сказала. Я нашла в тебе свою любовь. Я, говорит, сначала просто хотела тебе отомстить за то, что ты игнорировал мою красоту. Как ты смел? Кто ты? Кто я? А потом, говорит, полюбила тебя наперекор своим первоначальным планам. Я сначала просто хотела отомстить тебе за то, что ты игнорировал мою красоту. Как ты смел? Кто ты, а кто я? А потом полюбила тебя наперекор своим первоначальным планам. Как-то вы это чересчур, Павел Юрьевич. Откуда вы знаете? Вас же там не было. Хотите сказать, что я не знаю, что говорит женщина мужчине, когда влюбляется? Хотя, если честно, насчет того, что влюбилась, это только версия. Могло быть и наоборот. Будь проклят тот день, когда я тебя встретила! Не понял. Так любила она его или нет? А если нет? Зачем они жить вместе стали? А зачем другие живут? Вообще, у меня появилось подозрение, что она его пожалела. Но вряд ли в этом признавалась. В том числе и самой себе. А можно потише? Сядь. Слушай, зачем тебе вообще нужен этот сервис? Ну, неужели ты со своей головой и своими руками не можешь найти что-нибудь получше? Мне нравится моя работа. А, убежденный пролетарий. Слушай, пролетарий, а ты знаешь, что ты по ночам храпишь? Нет. А храплю? Да, ужасно. Кстати, это лечится. Что еще не так? Ну, вообще-то поле не паханное. Вот, например, джинсы. Скажи, ты когда-нибудь, кроме джинсов, что-нибудь носил? Или ты в них родился? Лик. Может, пойду я? Иди. Ага. Звони. Давай. Алло. Привет. Привет. Хотел заехать сегодня. Зачем? Денег завести. Не нужны твои деньги. Я просто хотел взять кое-что. Ну, можешь хоть сегодня вечером заезжать. Олег на тренировке будет, а у меня встреча. С одним человеком. Извините, пожалуйста. Ой, очень хорошо. О, а что такое? Что мы так поздно? А что мы так волнуемся? Странный вопрос. Мы живем вместе. Ну и что? Знаешь, как я понял, ты за меня не собираешься. Я даже до сих пор не познакомился с моими родителями. А ты этого хочешь?
а? Если у нас все серьезно. Хорошо, я познакомлюсь. Короче так, он хоть и бывший мой муж, второй, но человек хороший. Я даже жалею, но это не важно. Очень хороший вариант, он сейчас один. Занимается недвижимостью, любит смотреть кино. Вот прям накупит дисков и прям за один вечер по три фильма смотрит. Я злилась, дура, не понимала своего счастья. Сидит мужчина тихо, не видно его, не слышно. Чего мне еще надо было? Если ты жалеешь, можно... Нет-нет, что отрезано, то отрезано. Короче так, посидим немного, потом ты незаметно нажимаешь на мой номер. Угу. Ну, хватит хрумкать, ты его заранее набери. Я скажу, что меня срочно вызывают, и уйду. Поняла? Ну, симпатичный хоть. Ну, обижаешь. Ну, как ты думаешь, могла я выйти замуж за несимпатичного? Ты нет. Все очень вкусно. Оладьи замечательные. Ты чё, мать? Олежек их любит. Ну, какие планы? Жить? Детей не собираетесь заводить? Это вряд ли. Я убежденная child-free. Это как? Это женщина, свободная от детей и иметь их не желающая. Да что же это за женщина, если она детей не хочет иметь? Ладно, мать, спасибо. Все было очень вкусно. Лик, пойдем. Еще работы много. Вот он идет. Ой, ой, постарел. Но все равно орел. Здравствуйте. Садись, Толя. Садись. Спасибо. Ну как ты, Толя? Питаешься регулярно? Курить не бросил? Не начинал. А, ну да. И это Вадим первый. Ой, боюсь, скоро мне надо будет вас оставить. А, жду важного звонка. Охота тебе было дразнить. А что такое обсуждать за меня? Что правильно, а что неправильно? Я вообще-то сама решу. Они люди традиционных взглядов. Я не собираюсь никому нравиться. Кроме тебя. Даже твоим родителям. Тебя что-то не устраивает? Алло! Да ты что? Да. Конечно, бегу. Да. У меня там вода в квартире. Соседи пролили. А мой-то без руки ничего не может. Не то, что ты, Толя. Ой, как я завидую той женщине, какой ты достанешься. Ну, чао, голуби, я полетела. Ладно, отметились. Теперь можно и к твоим. Не обязательно. Я не против, просто у всех свои тараканы. Твои хотят, чтобы я им внуков нарожала, а мои будут с двух сторон цитатами изъясняться. Зачем? Проверяют образовательный уровень. Тогда плохи мои дела. Ты иди, я машину в гараж поставлю, покопаюсь там полчасика. Обязательно сегодня? Обязательно. Мертвые гонки тоже ничего. Динамично так. «Невеста из Бруклина» – неплохое кино. Веселое. «Треснувший кокос» – вот это прямо обхохочешься. Ну, там они, ну, крушение. Они, ну, короче, на острове, а по жизни друг друга ненавидят. Вы так интересно рассказываете, Анатолий. И сейчас.
Вот я дура. Мам, ты чего? Да, ничего. Иди играй. Алло, Антон, это ты? Людмила, добрый вечер. Антон в гаражах, и он вас ждет. А почему вы думаете, что он меня ждет? Ну, вы приходите и убедитесь. Ходила за продуктами, иду мимо, смотрю свет из нашего гаража, думаю, мало ли. Извини, если помешала. Тебе нельзя такие тяжести носить. Ну не надо, ну ты что, я больная, что ли? Подожди! То есть, получается, они из-за вас помирились? Ну, не то чтобы, но в значительной степени. Жизнь, знаете как? Как фильм ужасов. Не успеешь труп закопать, а он оживает. Либо другой появляется. Здравствуйте! Здрасте. А где Лика? Так это вы про ту женщину, которая мне гараж продала. Теперь я у вас в соседях, будем знакомы, Ника. Что с вами? Надо же. И все-таки где-то я вас видел. Вы кто по профессии? Род занятий сторож. Это сейчас, а раньше? Ну, это до ночи рассказывать. В следующий раз.